Привет, я Стас Давыдов. Румынский спецназ снова в действии. Ну, вообще они хорваты, но спецназ все равно румынский. Я уверен, он думает, что открыл дверь собственной суровостью. Хотя очевидно, что он это сделал силой мысли. Силой отсутствия мысли. Новая модель румынского спецназовца, скрещенная с бараном. Эти ребята такие невозмутимые, как будто постоянно ему дверь открывают. Интересно, он с такой свитой везде ходит? А то если он дома один останется, точно с голода сдохнет. Холодильник, еда. И это хорошо. А следующее видео недавно стало очень популярным в Рунете. Ответьте мне на вопрос. Товарищ адвокат! Адвокат! Собственно, парень пытался сказать что-то вроде этого. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит... Только делает это немного по-своему. Адвокат! Внимание! Отныне в моменты, опасные для вашего мозга, на экране будет индикатор спонтанного безумия. Товарищ адвокат! Эй, стоп. Тут нужен экзорцист. Адвокат! Вообще этот парень орет прямо как соседи, когда мы выпуски ночью снимаем. Адвокат! И это хорошо. По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, жи обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, осик сузик паукам, на-на-на-на-на, и мокренькая я, кисенька, кисенька, кисенька. Осик сусиком вдвоем, на-на-на-на-на-на, танцевали под дождем, на-на-на-на-на-на, помогал и паукам, на-на-на-на-на, и мокренькая я, кисенька, кисенька, кисенька. Крылся летний дождь долин, на-на-на-на-на-на, и обнявшись дожди, на-на-на-на-на-на-на, отлик-сутлик паука, на-на-на-на-на, и сухонькая, кисонька, кисонька, кисонька. А за то, что в ближайшие пару дней все мы будем напевать эту хреновую мелодию, скажем спасибо МакКлауди, чтоб тебе икалось. Главное, не ставьте ее себе на звонок. Дальше. Сложно сказать, что в этом все меня беспокоит больше. Осел с глазами стробоскопами, суслик злой монах, паук с человеческими ногами. То есть паукам. Или то, что это видео делали дети. Да, это видео делалось на детской киностудии, так что мокренькая кисонька — это реально мокрая кошка, а не то, что вы подумали. Грязные извращенцы. Собственно, все мое отношение к этому видео кто-то вырезал в одном комментарии. Ну и напоследок. По дороге летним днем, на-на-на-на-на, жи обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, осик сусек. Адвокат! На-на-на-на-на, и... Это хорошо. Новое задание нам прислал Палочка-Тики-Палочка. А что вы можете делать, пока течет ваш любимый кетчуп? На этом все, с вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, оценивайте и комментируйте, присылайте видео на обзор и новые задания. Новые задания пишите в комментариях здесь на YouTube.